Как сложилась жизнь юного дарования из Казахстана спустя год после выхода первого видео на нашем канале? Как уже сообщалось, Нурмухамед Жакып родился в Актау в 2006 году. В этом году молодому певцу исполнилось уже 14 лет, он учится в 8 классе. Родители из-за учебы сына переехали жить в Алматы. Нурмухамед сейчас получает профессиональное музыкальное образование. Он наконец-то поступил в школу имени Куляшбай-Сеитовой, откуда наши мировые знаменитости, оперные певцы, скрипачи и пианисты. До этого он просто пел, выступая на семейных торжествах. После того, как певец Сакен Майгазиев, являющийся другом семьи, снял на видео мальчика, а отец выложил клип в интернет. Это было 23 октября 2014 года. К талантливому ребенку пришла слава. Нурмухамед чаще стал появляться на концертах, фестивалях и передачах на телевидении. Голос твой как ручей, нежный и звонкий, поешь легко от души. Здоровья тебе и твоей семье, процветания, желаю тебе творческих успехов, чтобы мечты сбылись. Мама у тебя хорошая, очень добрая, ты для нее все. Ты очень заботливый и добрый, светлой дороги тебе, пусть ангел-хранитель бережет тебя, пишут на страницах в Инстаграм восторженные поклонники. На данный момент продюсером мальчика является Абай Бегей, певец из Казахстана, ставший популярным благодаря своему хиту «Аспанхга» «Караймын». Также Нурмухамед в этом году принимал участие в детском Евровидении 2020, но не прошел отборочный тур. «Наш маленький принц не падает духом, все еще впереди». Тем более радость рождения сестренки Румисы затмила все переживания. Будущая звезда Казахстана не сидит без дела, скоро выйдет новая песня, исполненная Нурмухамедом Жакыпом в новом стиле. Мальчик вырос, стал взрослее, но голос и стиль песни, как всегда, на высоте. Нурмухамед, ты каждый раз умеешь удивлять. Ты лучший, ты талантливый и очень трудолюбивый. Молодой артист Казахстана, истинный патриот своей родины и достойный сын своих родителей. Береги себя и свой голос, ты нам нужен.
Darling, this dark Friday, and follow my lead. I found love, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. Cause we were just kids, we fell in love. Not knowing what it was, I will not give you all this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine, baby. Thank you.
Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.